Примитивно. Просто ни о чем. Да. Не вызывает никаких чувств. Я ничего не знаю о художнике. Я... Да. Она заставляет немного злиться. Что у тебя на руке? В чем дело? Я обручена. Это хорошо, потому что мы с вашей мамой разводимся. Мне пока не нужна моя кровать. Что? Наша кровать? Какую хочешь сторону? Я просто хочу уехать отсюда. Норвегия, Лофотены, острова на севере. Ладно, сойдет. Нильс Аурман. Он же умер. Он уволил своего ассистента. Я Фрэнсис. Рада знакомству. Ему нужен кто-то, кто покрасит сарай полностью в желтый цвет. Никогда не видела такого эффектного пейзажа. Это твое. Кровать, плита, все, что нужно. Зачем ты приехала сюда? Вряд ли из-за сарая. В целом из-за сарая. И жениха сестры, которого ненавидят наши родители. Разводы родителей, в общем, все и сразу. Понятно. Вы уже познакомились. Для чего вы здесь? Ради похорон отца. Тогда молвил Ганглери, будет ли... Давай лучше я. Что ты? Я тут вообще-то единственный норвежец. Бежала ли я от своей жизни или бежала к ней навстречу? Я хочу нарисовать вас. Ладно. Оказалась ли я там, где нужно? Потрясающе. Ее глаза спокойны и лучезарны. Так держать. Это очень хорошо. Да. Солнце в ночи.